Концерт ЗУ и Радио Руисей представляют самого яркого и мощного представителя российского рэпа и хип-хопа – Басту в американском туре в январе 2017 года. Моя игра, она мне принадлежит, и таким же, как и я. Рэп-звезда номер один в России, наставник телешоу «Голос», лауреат премий MTV Russia, MTV Europe, Муз ТВ, Баста. Снова в США с презентацией нового альбома. Медлячок, чтобы ты заплакала, и пусть звучат они все одинаково. 5 января, District 9, Филадельфия. 6 января, Space Ibiza, Нью-Йорк. 8 января, Rockwell, Miami, Miami Beach. Баста снова в Америке. Билеты на сайтах basta.usa.tour.com, russianhotline.com.